Здравствуйте, Алла Казакова, это скорая телевизионная помощь. 60-10-05, телефон нашей горячей линии, абонент «Союз». Еще каких-то 65 лет назад эта земля называлась Розенталь, долина роз. Здесь выращивали одни из самых лучших в Европе виноградников. Сегодня вся эта рекреационная зона на грани уничтожения. Изобилие краснокнижных первоцветов, низкорослых дубов и гробовника, живописные берега речки Бурульчи и соседство всемирно известных голубиных скал. Урочище Бураган будто бы создано для зеленого туризма. Здесь раскинулись около десятка миловидных сел. И именно эти мирные крестьяне вынуждены сегодня перекрывать трассу, чтобы спасти свою землю. Ведь их родной Бураган не сегодня, а завтра может превратиться в колоссальный по размерам известняковый карьер. У нас дети, у нас внуки, и все, нам он не нужен. Баланова у нас, да. Забудьте Редза Баланова. Речка Бурульча, за нее забудьте. По грибы мы ходим. Ни мы тогда не пойдем по грибы. Пилить, взрывать, какая разница, все равно здесь засыпется все песком. Нету воды, пересыхает в колодцах вода. А так вообще, тогда совсем останемся без воды. У всех этих опасений есть серьезные причины. Уже сейчас в Бурагане уничтожено большую половину лесов. Их безжалостно пилят и выжигают. На каких основаниях проводится вырубка деревьев? Сейчас придет начальство, будете с ним разговаривать. Долго искать начальство нашей съемочной группе не пришлось. Оно нашло нас само. Причем этот человек искренне уверен, что уничтожая Бураган, он принесет пользу. Есть программа Виктора Федоровича, вы знаете, да? На встречу людям. А если у нас 50 будут... человек против, то это что, на встречу людям, по-вашему? Конечно, это на встречу людям. А не против? А Баба Яга всегда против. По словам начальника будущего карьера, его собираются построить без взрывов. Открытым способом покупается горный комбайн, вот, американской фирмы. Однако только первая очередь карьера предполагает здесь яму глубиной в 40 метров. Это при том, что на 20-м метре под Бураганом начинается водоносный горизонт. Речка Бурульча может и вовсе исчезнуть. По официальным данным, до 1,5 миллиона кубов выборки. Вы представляете, что такое 80 метров будет там приблизительно яма глубиной? Исчезнет речка Бурульча. А значит, все 10 сел останутся без воды. Но строителей это не останавливает. Ведь у них, как утверждают, есть все разрешения. Все оплачено, ребята, все оплачено. А вот в Белогорском районном совете на землях запаса, которого собираются рыть этот карьер, иного мнения. С советом согласования такого нет. Я не знаю, какие документы, сессия районного совета на это, короче, самое согласование на открытие этого карьера не давала. А это может означать, что либо строительство карьера незаконно, либо еще хуже, строители подделали разрешение. Единственный документ, который наверняка есть у компании «Белогорские известняки», это разрешение Верховного совета Крыма за подписью спикера Гриценко. Но как именно могло появиться такое разрешение в обход районного совета, остается загадкой. Если нет согласования районной власти, Верховный совет Крыма не вправе принимать какие-либо решения. Депутаты от партии «Союз» твердо намерены инициировать депутатское расследование по этому вопросу. А скорая телевизионная помощь обещает и в дальнейшем отслеживать эту тему. Но об этом уже в следующих наших программах. Вот она, главная в Крыму свалка мусора. Место, честно говоря, малоприятное. Но именно здесь находится единственный в Симферополе приют для бездомных животных. Приехать в эту страну нечистот нашу съемочную группу побудил звонок на горячую линию. К нам обратилась общественная организация защиты прав животных. Женский голос по телефону сообщил о страшных вещах. Мол, на центральной свалке морят голодом и варварски уничтожают сотни уличных собак. А на попытки волонтеров принести животным еду отвечают грубым отказом. Одна собака, вот ее видели вообще мертвую в вольере. Остальные собаки исчезали в никуда, и собаки изначально за 1,5-2 месяца они доходили до ужаснейшего состояния. Вместе со съемочной группой спасать собак отправились и депутаты от партии «Союз». Но даже их присутствие не помогло нам проникнуть на территорию свалки. Мусор в нашей стране, оказывается, охраняют почти как банки. На сегодня можно констатировать то, что вас и нас сюда никто не собирается пускать. Снять на камеру несчастных животных нам удалось через забор приюта. А скажите, как часто собачки?
Почти часовой штурм мусорки окончился успехом. Нас впустили на территорию и соединили по телефону с начальником предприятия. И он согласился на интервью своего заместителя. Этот приют построен без единой бюджетной копейки. Этот приют является собственностью предприятия СИМЭКа. И ни одна общественная организация на этот приют не имеет никаких прав и никаких обязанностей. Садиться за стол переговоров с защитниками животных руководство приюта не спешит. Мол, обиделись на клевету. Однако съемочной группе скорой помощи чиновник пообещал принимать еду для животных в виде сухого корма и разрешить свободное посещение питомника для всех любителей животных. А сегодня все. Это была телевизионная скорая помощь. Звоните нам 601005, абонент «Союз». Вместе мы заставим чиновников выполнять свои обязанности.